Эй, Кип, ты чего? Мы ждем тебя. Ты в порядке? Да, да, все в норме. Ну что, пошли? Ну так мы идем или нет? С днем рождения, Кип. Все в порядке, Кип? Эй, парни, вы же знаете, что наш приятель Кип нынче в унынии. Нет? А что стряслось? Его родители умерли точно в его день рождения. Ничего себе! А вы об этом знали? Нет. Вот лодыри. Все равно, Кип, это не имеет значения. То есть я хочу сказать, мы все же в одной лодке. У нас у всех нет родителей. И все мы знаем, как это не сладко. Зато у нас есть мы. То есть я хочу сказать... Я думаю, что наш старина Винс пытается сказать, что ты всегда можешь на нас рассчитывать, когда припрет. Эй, Джо, может, ты оставишь хоть кусочек пирога для Кипа? Прости, Кип. Хочешь немножко? Он вкусный. Праздник уже кончился. Ленни, почему все задают мне такие идиотские вопросы? Ты в порядке, Кип? Все хорошо, Кип? Хочешь пирога, Кип? Может человек хоть на минуту отдохнуть от постоянных вопросов? Хочешь знать, кончился ли праздник? Так вот, да. Праздник кончился. Знаешь что? Больше никогда не будет никаких праздников. А как же твои друзья? Они все могут прыгать выше головы, если хотят. И вообще, я даже знать не хочу, что ты говорящий. Ты даже не существуешь. Ты просто игрушка, ты воображаемый. Только благодаря мне ты можешь говорить. Благодаря мне существует весь твой мир. Думай, что говоришь, Киприан. Думай, что говоришь, Киприан. А если я не хочу? Что тогда? Что, придет большой злой волк и съест меня? Хорошо, пусть приходит. Я с удовольствием расскажу ему, на что иногда похожа жизнь. Я сыт по горло твоим никому не нужным воображением, твоими дурацкими играми и бесценными советами. Я вырос, и пора заняться другими вещами. И поэтому я, Киприан, повелитель своего воображения, приговариваю твой мир забвению. Интересно, а может ли умереть воображаемое существо? Ленни, где ты?
Ты Киприан, не так ли? А! Ты кто? И где я? Ты что, разговариваешь? Спокойней, спокойней. Все в порядке. Меня зовут Уилбер. Я друг Ленни. Ленни? Ты знаешь, где он? Да, я знаю, где он. Но к нему мы пока что не пойдем. Но почему? Потому что так уж получилось, что Ленни в Лорендаре. А нам сейчас туда не добраться. А где это? Ну как оно там зовется? Было бы неплохо, если бы ты перестал задавать столько вопросов. Мне и так не нравится ситуация, в которой мы оказались, так что не стоит ее усложнять. Ладно, ладно, все хорошо, только не волнуйся. Я просто хочу узнать что-нибудь про моего приятеля, вот и все. В этом же нет ничего плохого. Да, извини, я знаю. Просто сам понимаешь, дело-то вышло непростое. Ничего страшного. Ну так ты говорил, что Ленни в Ло... Ну как там это называется? Лорендаре. Башня князя. Но если я начну прямо с князя, ты вообще ничего не поймешь. Прежде всего, мир, который ты видишь, не всегда был таким. Здесь были горы, долины, деревни, поля. Вроде как у тебя дом. Но в один прекрасный день гигантская волна смела все на своем пути, и появилась огромная башня. Так родилась Лорендарет, и так князь захватил власть над Падиваном. Над кем? Над Падиваном. Так называется наш мир. А почему вы не сопротивлялись? Чему? Громадная волна просто все смыла. Ничего не осталось. Прежде чем мы успели опомниться, армии князя уже контролировали весь мир. Кроме того, Лорендарет была неприступна. В нее было не пробраться, пока Ленни не нашел ключ. Но воины князя схватили его раньше, чем он смог до него добраться. Ах, значит, плохиши арестовали Ленни, потому что он лез не в свое дело. А я-то здесь при чем? Ленни знал, что ты придешь. Он рассказал мне о тебе и попросил меня помочь тебе найти Единину. Чего? Парень, ты ошибся. Если уж Ленни ничего не смог сделать, то что я могу? Кроме того, это не мой мир. Я ничего не знаю ни о нем, ни о его обитателях. Я ж тут никого не знаю. Вот почему мы переправили тебя именно сюда. Здесь относительно спокойно, и я смогу рассказать тебе все, что нужно. А что потом? Потом мы, пожалуй, пойдем к двойкам. Но это все я тебе объясню позже. Сначала тебе надо научиться двигаться. Это ужасно мило с твоей стороны, но ходить я уже умею. Не сомневаюсь. Но есть бесчисленное число промежуточных вариантов между неподвижностью и максимальной скоростью перемещения. И еще лучше. Я, оказывается, умею ходить, бегать и стоять. Удивил тоже мне. Ты можешь ходить и бегать то быстрее, то медленнее. Здесь гравитация не совсем обычная. Ты лучше к ней привыкнешь, если попробуешь подвигаться немного. Я подожду тебя на том острове. Mm-hmm.